И всем привет, с вами Мегадекстер. И мы играем в игру Uncharted 2 Among Us. Это 8 глава Тайна города. Вот такие вот дела пока что. Я уже быстренько начал снимать, но все равно, насколько я помню, глав в Uncharted 2 очень много. Может быть, это все. Ну, так уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пара? Не может быть. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чентамани. Вход спрятан где-то здесь. Так, ладно. Сейчас нам надо понять, как... Похоже, он не совсем заброшенный. Да, там так просто не пройдешь. Не верю своим глазам. Прыгай, водичка, что надо. Ты хочешь взглянуть на мою мокрую футболку? Вот эта штука должна чего-то стоить. Вот сюда залезаем, насколько я понял. И вот уже палочка-выручалочка. Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно, я подожду внизу. Так, еще немного. Прыгаем, прыгаем. Отлично. Спасибо. Можно, конечно, и было прыгнуть, но я хочу вот таким способом. Так. Ну ты везунчик. Это как-то связано с мечами. Паспорт. Так, не, это нам сейчас не важно. Да ладно, ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Что? Нет. Если я попаду, то что тогда? Мне кажется, что... Нет, высота, в принципе, большая. А, нет, да, очень большая, тогда ладно, нет. Но все равно так, когда опустить, насколько я понял, нам надо вот так и вон туда поворачиваемся. Так.
Сейчас либо поднять, либо опустить этот кинжал. Я не знаю, пока что надо просто опуститься сейчас. Так, ну, нормально. Так, куда дальше? Хотя мне кажется, что надо мне опять... О, ручку. Ну ладно, уже. Хотя мне кажется, что надо опять... Так... Нерия и вот это какая-то трезубец надо повернуть. Тогда, получается, нужно... Надо повернуть руки. И пустить руки. И как же туда забраться? Тоже фигня. Палочки только уже в другую сторону. Так, эти руки находились уже в другую сторону. Ладно, сейчас надо. Так. Эй, шевелись. Ну и как? Ну а мне откуда знать? Книга-то у тебя. Не. Я устала даже на это смотреть. Да молчи ты. Ну, значит, тут надо просто посмотреть. Отлично. Что теперь делать? Постой. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим, что он открывает. Нет. Сейчас его заберем, да? Страшно как-то. Скажи, а? Ну вот, что изменилось? Вода уходит. И? Я нашла нужную дверь. Получилось. Можешь сказать мне спасибо. Уже иду. Что скажешь? Ты в игре? Да, мы вперед. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь.
Ты ведь не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Конечно. Пожалуй. Придется спрыгнуть. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. И что на это скажешь? Дерево какое-то. И при чем же тут камень Чентамани? И верно. Внизу открывается. Ладно. Получилось. Пора уносить ноги. Вся жизнь пролетела перед глазами. Так, из-за хрена тогда я... Ну, блин, офигеть, без бомбы остался. Ну и как теперь выбираться отсюда? МП-40. Что тут пистолет делает? Офигеть. Ну, кстати, нет, в принципе, логично. Тут был какой-то чувак, он тоже захомился. Попал в прямом смысле. И он потерял пистолет. Ну, вот, брать не знаю, что записывать. Мне кажется, ладно, давай за мной. Да мне нормальные пулики там всякие, пистолетики. Ну, я есть хочу. Блин, офигеть просто. Я тоже хочу. Так. Это там, где мы, к сожалению, парим. Вот этот свет. Так, вроде мы на месте. Эй, выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал Пурба. Да ладно тогда. С вами был Мегадекстер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.